На себя чуть подвинь, то ты как-то... Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сый, и все исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистили от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, прибудь с нами, сохрани нас в истине Твоей. Господи, и научи нас донести истину Твою людям, не знающим ее. Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Какой великий и могучий наш русский язык. Вот сейчас стоим. Братья, заходите. Заходи, брат. Ну что ты стоишь? Сейчас. Что означает слово сейчас? Во-первых, сейчас. Ты мне будешь что учить, куда мне идти. Во-вторых, сейчас. Сейчас я зайду. Подожди, минутку. Третье значение. Сейчас. Вы зайдете, а я туда шмык и ушел. И ушел, нет его уже. Великий, могучий русский язык. Будем же мы использовать этот русский язык не лукаво. Давайте так. Сегодня некому было даже делать замечания, сестры, все такие длинные юбки, ну просто смотрел, никого не высмотрел. Тем не менее, и братья, и сестры, то ли по гордости, то ли, не знаю, по какой причине, не ждете друг друга, чтобы поклониться синхронно, вместе. Отошли от аналоя, и каждый сам по себе. Ну, давайте соблюдать благочестие все-таки. То прибудет у нас кто-то посторонний и скажет, ну, хвалитесь только. Мы вот такие особенные, не такие, как все. Будем друг друга как-то, ну, чувствовать плечо. Друг друга, локоть. Дружнее, ближе к друг другу. Игнат Тихонович, вот был ролик последний, ну один из последних, скажем так, по тому, как прошло у нас чтение канона Андрея Крицкого. Какие-то отзывы были на этот ролик в интернете? Видите, что сделано-то? У нас тут новое пошло. Попросили люди молиться, чтобы открыли мы комнату. Из комнаты сделали храм. И поэтому Сергей Павлович сделал объявление, и утром мы всегда в 4:40 встаем,
Ну, а 4 уже 45, 3 или 43 минуты тут. Люди, знаете, заходят как на занятия. У нас занятия три раза по скайпу, в неделю идут, воскресенье, пятницу и среду. И они заходят и видят, как у нас идет моление. Мы молимся мы. Люди не знают, как правильно перекреститься, как поклониться, какие молитвы. И у нас получилось так, что вначале молиться. И выставили ролик. Уже 16 роликов о молитве только вышло. Вот я попутно разрешу, я скажу только. Меня всю жизнь надо, чтобы кто-то двинул. Вот. Были у нас люди, которые стали ходить к католикам. И у меня сразу два материала о католической церкви вышли прямо мгновенно. Я в это время лежал в больнице. И там от света от фонаря был, и в темноте в этой, мне не видно бумагу, но я крупно писал, а потом расшифровал. Ну вот к истинному православию, человекоубийство и ложь Ватикана и гордость папства. Это очень большие материалы. Какой отклик среди католиков это имеет? Точно так среди мусульман, чтобы целую книгу выпустить о мусульманах, 18-й том, нужно, чтобы кто-то оттолкнул меня, встретиться с имамом. Точно так и здесь. Из-за молитвы. Теперь отзывы пошли как бы на другие ролики. Отрицательных ни одного нету. Какой-то такой намеком, ну написано, дверь закрой за собой, помолись, у вас все на показ. Так, а в чем дело-то? Вам что-то не нравится? Скажите, вопрос мы всегда задавали, даже кто к нам задает, мы в ответ 4 вопроса. Я с тобой буду разговаривать, когда ты ответишь на 4 вопроса. Кто сказал? У тебя ни лица, никого нету. Аватар ник, ну назовись. Я кому буду отвечать-то? Я вообще не отвечаю. Анкеты нету. Никаких. Ну вообще ничего нет, пустое. А кому я отвечать буду? Кто сказал дальше? Когда сказал? Почему сказал? С какой целью? Вот когда я узнаю, я буду знать, что отвечать. Как правило, ответов никаких нету. Ну нет, и ответа нету. Другие понимают это. Мы отвечаем. Первые христиане молились не в храмах. Слово храм у христиан появится уже где-то в 4 веке. Не до храма было. Написано, ежедневно собирались по домам. А по домам так один или два приходили? Ну ясно, что это была церковь, самый настоящий храм, потому что стоял престол и совершалась бескровная жертва. И то, что мы открыли, мы говорим, мы стены, интернет нам раздвинул. Мы ни от кого не скрываемся, в церкви же молимся, мы не боимся, что нас видят. Мы назначаем встречи иногда в храме. Вот пошли, прощенное воскресенье было-то, люди пришли. Там у нас встреча. Где? Когда пошли прощения просить митрополитов, больше 30 священников. И отзывы, ну, просто все хорошие. Какие были, они в другие ролики попали. Люди видят, как мы, я о молитве уже 16 проповедей сказал. Фактически, вступительную. Как это в Писании, как. И сегодня, вчера еще два ролика на эту тему сказал. И сегодня у меня опять новый материал появляется, потому что тема весьма обширная. И не то, что злободневная, а крещащая злободневная. Ходящие в храм не знают, о чем молиться. Не знают, есть ли связь с Богом, установленный контакт. Но я каждый день могу звонить в Кремль Путину, ответа нет. В Кремль Путину. Но если бы он один раз сказал «Здравствуйте», уже бы понятно, я мог сказать. Ты Богу звонишь, это молитва. Обратись ко мне и должен получить ответ. Я говорю, ответ когда от Бога получал? Какой ответ? Даже не понимают вопроса. Почему святые это знали? Посылают Иеремию. Вопроси, идти ли нам в Египет Бога? Он говорит, я пойду, но я заранее знаю, вы будете делать по-своему. Нет, мы сделаем. Он пошел 10 дней. Бог ответил на 10-й день ему. Не ходите. Не убегайте, ничего вам здесь не будет. Знаете, когда Исмаил пришел, там поколотил оставленных царем и прочее. И они, нет, это тебе не Бог сказал. Вот я все время это встречаю. Скажите, а как по Библии, как по святым отцам? Я отвечаю, а он еретик. Это нет, это не от Бога. А почему не от Бога? Ну ты московскую патриархию благодатной призываешь, Кирилла, Гундяева, Табачника этого, и начинает дальше так. Я его признаю благодатным. Тебе ты спросил, я ответил. Если бы он приехал к нам, по самому первому чину бы мы приняли, что можно, даже свои лекарственную банку меду поставил бы. Понятно как? И поэтому отвечать кому? Вот вам ответ. Но эту тему меня подтолкнули сами люди создать. Братья, сестры, те, кто не был на чтении канона, я могу только посожалеть за вас, что не были на чтении канона. Казалось бы, вот, да можно, но это же не богослужение, ну чего туда идти-то, ну.
И причем каждый день нужно идти, да поклоны делать, да немало поклонов, утруждать себя. Первый день у нас был, прошел как-то не очень, а вот второй, третий, четвертый день, особенно третий и четвертый день, когда тут приехал брат из Потеряевки, Игорь, вот, Барабаш, да, два Игоря было. Чтение прошло, я скажу, что вот, ну, очень хорошо, мне очень понравилось. Вдохновенно, понимаете, с песнопениями, вот так, просто атмосфера была замечательная. Те, кто был, со мной соглашаются и кивают головами. Сожалейте, а в следующий раз исправьте свою ошибку. Да, если еще Господь нам дозволит, даже и до следующего раза. Ну, брат, нашу традицию возобновим. Чтение, толкование на сегодняшнее чтение Евангелия Иоанна. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 43-45 стихи. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Толкование. Речь Господа не просто говорилась, а сердца достойных тотчас воспламеняла любовью к Нему. Как и Клеопа со спутником говорят: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил с нами на дороге?» Лука 24:32. Так как Филипп имел озабоченное сердце, постоянно занимался писаниями Моисеевыми и всегда ожидал Христа, то как, увидев его, тотчас убедился и говорит: «Мы нашли Иисуса», а это показывает, что он искал его. Сей город был небольшой и приличное мог быть назван деревней. Посему и нужно удивляться силе Христовой, что он лучших учеников избрал из среды, не приносящих никакого плода. Филипп также не удерживает добра за самим собою, но передает Нафанаилу. И как Нафанаил был сведущ в законе, то Филипп отсылает его к закону и пророкам, потому что он прилежно упражнялся в законе. Называет Господа сыном Иосифовым, потому что в то время считали его еще сыном Иосифа. Называет его Назарянином, хотя он, собственно, был вифлеемлянин, потому что родился в Вифлееме, а воспитывался в Назарете. Но как рождение его было многим неизвестно, а воспитание известно, то и называют его Назарянином, как воспитывавшегося в Назарете. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 46-48 стихи. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Филипп, толкование. Филипп сказал, что Христос из Назарета, а Нафанаил, как более сведущий в законе, знал из Писаний, что Христос должен прийти из Вифлеема. И потому говорит: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит: «Пойди и посмотри», зная, что Нафанаил не отстанет от Христа, если послушает его речей. Христос хвалит Нафанаила как истинного израильтянина, потому что он не сказал ничего ни в пользу, ни против его, ибо слова его происходили не от неверия,
а от осмотрительности и от ума, знавшего из закона, что Христос придет не из Назарета, а из Вифлеема. Господь сказывает ему то, чего не знал никто, кроме его самого и Филиппа, то, что было говорено и делано наедине, и таким образом открывает свое божество. Филипп беседовал с Нафанаилом наедине, когда никого не было под смоковницей, однако же Христос, и не быв там, знал все, почему и говорит: «Я видел тебя, как ты был под смоковницей». Господь заговорил о Нафанаиле прежде, чем приблизился Филипп, для того, чтобы кто не подумал, что Филипп пересказал ему о смоковнице и о прочем, о чем он говорил с Нафанаилом. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 49-51 стих. Нафанаил отвечает ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев!» Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Толкование. Пророчество имеет величайшую силу привлекать некоторых к вере, и его сила более, чем сила чудес. Ибо чудеса могут быть представлены призрачно и бесами, а точного предузнания и предсказания будущего никто не имеет, ни ангелы, ни тем более бесы. Почему и Господь привлек Нафанаила, сказав ему и место, и то, что Филипп звал его, и что он поистине израильтянин. Нафанаил, услышав сие, почувствовал величие Господа, насколько было возможно, и исповедал его Сыном Божиим. Впрочем, хотя и Сыном Божиим исповедует, но не в том смысле, в каком Петр. Он верует только, что Иисус есть человек боголюбезный и царь Израилев. Если бы он исповедовал его истинным Богом, то не назвал бы его царем Израиля, но царем всего мира. За сие он и не ублажается, как Петр. Посему и Господь, исправляя его и возводя к разумению, достойному его божества, говорит: «Будете видеть ангелов Божиих, восходящих и нисходящих над Сына Человеческого». «Принимай, — говорит, — меня не за простого человека, но за владыку ангелов. Ибо кому служат ангелы, тот не может быть простым человеком, но истинный Бог. Сие сбылось при распятии и при вознесении. Ибо, как повествует Лука, и пред страданиями ангел с неба укреплял его, и при гробе явился ангел, и при вознесении». Об этом читаем в Евангелии от Луки, 22 главе, 24, и в книге Деяний, в 1 главе. Спаси Христос. Спаси Христос. А вопрос можно? Да. Сегодня Севастьян читал на службе одну вещь, у меня вопрос возник. Он сказал почти дословно, что Моисей предпочел понести поношение Христово, нежели иметь временное наслаждение, бы называться сыном фараонова, дочери фараона. Помните это, да? У меня возникает вопрос. Моисей еще Христос не пришел, а уже говорится о поношении Христова. Ну, это аллегорично и символично. То есть тогда, да, Христа не было, но поношение, подобно Христу, он мог испытывать. Потому что, ну, действительно, какой ему смысл воспитывавшимся в царской семье страдать с еврейским народом? Также и Христу какой смысл, он владыка мира, брать на себя плоть человеческую, образ раба? То есть это вот сравнение такое. Конечно, да, тогда Христа не было, но
подобное поношение Христу Моисей мог испытывать как Христос. Разве можно нести поношение Христово вообще? Кто-то может, голгофское поношение Христово, может кто-то испытывать на себе? Здравствуйте, вы поняли вопрос Алексея? Да. Не совсем, но... Озвучь еще раз, брат. Моисей предпочел нести поношение Христово, нежели иметь временное греховное наслаждение. О каком говорится поношении Христовом, если еще Христос не пришел долго-долго и потом придет? А тем более никто не может нести поношение Христово, только в уподоблении, как и говорилось апостолу. Очень хорошо это объяснено у современника Парижской коммуны Евгения Берсье. Решался вопрос, к кому пойти, куда. И вот здесь временное, он имеет в виду то, что ему предлагалось там, как сыну фараона. Вполне возможно, что вслед за своим приемным братом Рамзеса мог оказаться он. Понятно, что наслаждение – все, всемирная империя. Тем более они ни в чем себе не отказывали. Жестоковыйные, мешают, что убрали, увидел Авраама, жену тут же отнял. И... Понятно. И он хотел исполнить то, что ему заложила мать, видимо, в том коротком моменте, когда он был с нею. Это вот «Принц Египта», поставленный фильм, там это показано. Страдать с народом своим, с народом еврейским, который угнетаем был. И он понимал, что ему грозит. И он еще забыл, что этим не борется методом. И когда увидел, как обижает египтянин, там показано, бичом порит, он мгновенно его с высоты столкнул, он разбился. Ну и понял, что теперь убил, бежать. А его догоняет и показано Рамзес, его приемный брат, который настоящий-то будущий фараон-то, и говорит, его не убили. А кто скажет, убили? Я, звезда утренняя, вечерняя. Фараон сказал, не убили. И во всех списках меня не убили, но хоронят же, его убили. Как хоронят? Ну и сказал, не убил, здесь Сталин. 66 миллионов никого не убивал. Это все такое идет. Он решил идти с народом Божьим. И он, Евгений Берсье, говорит так: лодка полная сокровищ, что только человек желает. И мимо проплывает, написано, поношение Христова. А Христово — это народ Божий означает, что они выводят его. Христа-то не было. А почему? Он избрал нас прежде бытия мира. А как избрать-то, когда нас еще не было? У Бога-то в одном дне. И написано, на небе произошла война, и Господь поразил и сбросил его на землю. Они победили его кровью Агнца. Кровью Агнца, еще ни одного человека на земле нет, а у Бога кровью Агнца победили дьявола. Вот в этом смысле вопрос очень глубокий и хороший. То есть понятно, да, что поношение Христово именно за израильский народ он страдал, он поношение это испытывал. А израильский народ, из израильского народа он воплотился, Господь-то, Иисус Христос. Да. Вот. Еще как смотритель, я тут сейчас вспомнил, увидел тут ситуацию и вспомнил. Во-первых, шуршащие пакеты в храм мы договаривались давно не заносить. Не раз я приходилось уже сестер выносить оттуда, выводить с этими пакетами. Усвоили? Первое. Второе. Если я только шепотом. Я разговариваю или не разговариваю? Я разговариваю, но шепотом разговариваю. Даже шепотом в храме не разговаривать. Напомнили? Допомнили, да? О болящих, Татьяна Кузьминична. Звонила сестра, наконец, Тамары, это глухонемой, позвонила, что она, ее забрала из больницы, сделали ей операцию. Операция, ну, вроде бы нормально прошло у ней. Но сейчас ей надо восстанавливаться. Наклоны пока делать нельзя. Ну и пока слабая она, пока дома. Ну, успокоила, что все так нормально. Я говорю, вы ухаживаете за ней, она, да, все, я за ней присмотрю, все, не волнуйтесь. Ну, хорошо, так поговорили. Так, Зоя Шубина сегодня позвонила, заболела она. Помолиться за нее. Татьяна Цингаева, давление у нее высокое, поднялось, тоже позвонила. Вот она. Ну и Игорь Добунов всем поклон передал, что-то Марины нету, а я была у него, он поклон всем передал, похудел, вы знаете, что неделю он голодует, и вообще усиленно, причем врач ему сказал, что если вы не похудеете, то это все лечение напрасно.
Вот. И поэтому он четко за себя взялся, так крепко. Слава Богу. Ну так все те же. В понедельник его выписывают. Да. Так что в следующее воскресенье надеемся увидеть его. В понедельник выписывают? То есть завтра. Да, завтра, да. Да, Любовь Николаевна. И простите о болячке. У нас с Валентиной Ильиничной Фоменко такая болячка, которую вы знаете. Все, у нее силы не было. И вот пост, первой недели, в среду, она начала уже сама подниматься в постели. Этого не было. Поэтому порадуйтесь и за нее. Она помоги молится, Господи, славит Бога, благодарит за все. Продолжаем молиться, трудиться. Слава Господу Иисусу Христу за его милость и любовь к нам. Аллилуйя. Аминь. Еще у кого? Сегодня похвалилась нам сестра, что она уже здорово оставляет свой Lexus. Стала ходить больше самостоятельно, без Lexus. Аллилуйя. Как у тебя, Татьяна, дела? Помолитесь о сестре Татьяне. У нее очередной курс химиотерапии. Очень тяжко. Молитесь о ней, чтобы Господь помог ей. И не забывайте постоянно молитесь о Сергии. Братья, которые в Воронеже, лежит уже 15-й год. Так что там тяжкая ситуация, и мама, и он, чтобы дал Господь им силы перенести все эти испытания без ропота, уныния и, главное, отчаяния. Более того, еще прошу молиться, что бывает страхование у него ночные, поэтому это еще вот дополнение. Ну, страхование. Ну, бесы подходят, ну, что, не знаю. Искушения. Искушения бесовские. Страхование, это и называется страхованием святыми, так и называется. Да. Страх вызывает, это жуткий страх нападает на человека, чтобы это тоже, это еще дополнение к телесным, еще и такое вот духовное. Так что постоянно помните в молитвах. Еще у кого есть слово? Благодарение, просьбы. О школе Потеряевской. О школе Потеряевской, да, постоянно тоже молитесь. Срочно с детьми. Там за всю деревню сразу. Со взрослыми. Да. И воспитание деток во Христе Иисусе. Помните, да, тот брат Игорь Глушков говорил о том, что намеревается вроде как его сын Анфим поехать туда, в Потеряевку, чтобы учиться там. Да, жить у сестры Екатерины там, в Потеряевке, и учиться, чтобы... За Галину помолитесь. За Галину, мать его, помолитесь, чтобы Господь расположил ее, и чтобы он-то тоже не взлягнул. Так что, ну, вот такие вот дела. Молитесь о школе. Да, брат? Еще. У нас появились вот такие открытки с надписями из Священного Писания. И Евангелие от Иоанна, карманные. Вот. Если у кого сердце расположено пожертвовать на пересылку, вот брату Владимиру давайте деньги, он передаст кому надо, потому что, ну... И за кого помолиться? За кого? Ну, за кого помолиться? За всех, кто издает. За всех, кто издает и кто помогает в распространении. Конечно. Вот. И присоединяйтесь, сегодня в воскресенье идем распространять. Да, можно брать, берите. О пользе интернета. Недавно информацию такую подчеркнул, что в медицинских университетах, вероятно, появится новая специальность. Медицинский кинолог. Кто такой кинолог, знаете? Кино снимает. Который кино снимает, да? Кино снимает. А тот, который занимается собаками, который дрессирует их на пользу человеку. Известно, что собаки обладают очень острым обонянием. Десятки, нет, даже, ну, в тысячу, больше, чем в тысячу раз превосходящим обоняние человека. В 12,5 тысяч раз. Во, уточнил, брат. Так вот, собаки используются для того, чтобы определить, где там заложен наркотик или взрывчатка, и еще там, где находится погребенный под завалом. Вот. Оказывается, собаки могут унюхать у человека и болезни.
Да, вот. Причем такие болезни, как, например, рак молочной железы. Один из псов хозяйки многократно тыкался в грудь и своей хозяйки. И она ничего не могла понять. А потом сообразила. И обратилась к врачу, и выявили рак молочной железы. Прооперировали вовремя. Вот. Кроме того, даже собаки, оказывается, умеют различать микробов. Рот микроба. Потому что вот эти анализаторы, которые в бактериологических лабораториях используются, они анализируют продукты обмена веществ, которые выделяют микробы в процессе своей жизнедеятельности. Газы, газоанализаторы, там все это. Но это дорогостоящая аппаратура. Это миллионы стоят, бывают такие аппараты в лабораториях. Что сравнивать с собакой, которую просто содержать? На миллион-то сколько можно их содержать? Вот. А почему? Потому что каждый род, каждый вид микроба, он определенную жизнедеятельность ведет и в процессе жизнедеятельности выделяет определенные газы там и другие продукты обмена веществ. И собака это чувствует. Так что вот... Заводите собак. Собаки могут быть использованы в таком направлении. Или определенные? Нет, конечно, не все подряд, наверное. И у каждого, наверное, как у человека, так и у собак тоже разные способности бывают. И к научению, и обоняние, вероятно, в разной степени может быть выражено. Так ведь, брат? Еще не сказали, какие? Да, специализированные собаки, конечно. Выученные, да? Да, их дрессировать нужно для этого. Да, дрессируют их. Это в вашем мединституте, да? А? Медуниверситете в нашем открывали? Нет, это так вот такое предположение. Да, ну используют. Я смотрел ролики за бугром, там эти проклятые капиталисты уже используют это. Да, там есть даже так штатные вот эти псы, которые там используются для диагностики заболеваний. Вот такая полезная информация из интернета. Деньги так что кому? Используйте интернет. Интернет использовать нужно для пользы. Игнат Тихонович, ну, наверное, исчерпались мы в своих информациях. Вам слово еще дополнительное. По последней информации про Анфима от Игоря Лужкова. Тут одно еще, что я не знаю. У него сознание полностью переформатировано, как сегодня говорят, там, где он был. Отрицание православия, несоблюдение постов. Он говорит, он будет здесь. Как это будет выглядеть? А храм не надо, поститься не надо. Ну, понятно, если человек мать учила, или кто там учил уже. И Игорь уже беспокоится. Даже если она его отпустит, и говорит, судом-то ей присудили всех ребятишек. Ну, дальше вот так, значит, конкретно знать, о чем молиться. Да-да. Потому что раз он будет по Теряевке, ну, ребенок-то небольшой. В другую сторону, склонности если уже тогда были Господь, чтобы... к недоброму. Приходилось ловить, обличать, говорить. Второе, говорили о Сергии. 14 лет лежит парализованный, 14. Последние уже полтора месяца, кажется, температура ниже 40 почти не опускается. И вчера он вечером вышел на меня, и, так сказать, созвонимся, он всегда очень аккуратный. Другой просто вламывается, и должен я говорить, он очень, так сказать, интеллигентный. В последнее время, говорит, на меня столько сектантов выходит. Я никогда не знал, что такая у них лютая ненависть на православие. И они на него, ты иконы пишешь там, ну и дальше все остальное, понятно, с иконы, ты идолопоклонник, ты делаешь. И... Ну как с ними беседовать? Он меня спрашивает. У нас беседа была 56 минут. Всю ночь я закачивал, у меня слабый интернет-то. И к утру уже этот ролик стоит. У кого есть интернет, можете сегодня увидеть. Он называется так. Как беседовать с сектантами, чтобы они поняли, что они еретики, наследники Дафана. Так называется. Уже он стоит. Только поставил его, я сейчас не знаю сколько, уже за 2 часа 120 человек. Для нас это нормально считается. Так что у кого есть интернет, кто может сегодня посмотреть, поднимите руку. Ну, все-таки маленько у нас есть. Будет возможно. Ну, у кого нет, можем пожелать того, у кого-то посмотреть.
очень насыщенная беседа была, и он именно вопросов сектантов ну, брал, беседовал. Хоть еще раз говорю, пока я не ушел, да кто знает, кто раньше уйдет, но сильно похудавший, его видно прямо, какой лежит уже здесь, у него была полосатая такая, как рубашка, сейчас она там прилепная, даже не рассмотрел. Вот по порядку. Вот из Назарета Христос был. А может ли быть, что хорошее из Назарета? Вот сегодня в интернете такое, когда скажут люди, что он русский, из России, а что-то может быть из России хорошее? Россия была как духовный светоч. К ней обращались. Сегодня на таком далеком расстоянии от того, что считается хорошим, надо молиться, чтобы как-то... У меня стихотворение одно есть, и Виктор Николаевич его поет. «Восстань, Россия, прямо, стоянием во Христе, размолоти преграды при лживейших словес, и будешь во главе, а не плестись в хвосте. Евангелие, вот единственный ответ». Ну и дальше там. Вот Евангелие, вернуть куда надо людей. Сегодня меня даже попросили побеседовать с детьми на тему лжи. Ложь от дьявола, все время говорите об этом. Никогда не лгать. Как доктор Гаас показывал, никогда не лгать. И вот об этом сказать нужно детям. Теперь, вот, ну, меня как раз вышли вчера. Ну как же ученики, вы говорите, не верили? Я говорю, вера их была недостаточная. Христос воскресший упрекал их в неверии. Но он же Сын Божий. Ну Сын Божий для них, вот сейчас считали, Сын Иосифов. Если паспорт выдавали, Иисус Иосифович было бы написано. Но не Иисус Яковлевич. Сын Яков, это... Бог Якова Авраама. Поэтому вера была у них слабая, и все упование было на то, что сойдет Дух Святой и говорит, вам напомнит и наставит на путь истины. И они сидели 10 дней никуда. Я пойду рыбу ловить, я с вами. Ходили 3,5 года со Христом. Христа распяли полностью, как будто бы атрофировалось все. Сидят, но Христос сказал, из Иерусалима не уходите. Они от страха заперлись, никому ни одного слова никто не сказал. Вот что сегодня в каком состоянии пребывают, как старообрядцы, беспоповцы. Они за 300 лет ни одного благовестника, ни одного миссионера не выставили. А зачем? А зачем? Свечку мы знаем, как зажигать. Икона деревянная, железная у нас есть. Вот Иисус из Назарета. Вот уже какая тема. Далее. Вот такое есть. Я молитвы много этой недели. Просто такая молитвенная неделя на 4 дня. Канон Андрея Крицкого. Кто не был, посмотрите, там 2 ролика я поставил. Вот тут я говорил. Ну, кто ходил, знаете. Как бы я беру интервью у Андрея Крицкого. Такой ролик есть. Я с ним склонился, он у меня сидит здесь на скамейке. И я разыграл это действие. Владыка Андрей, вот вы написали это дело. Ну, почему не коснулись того, что сегодня-то? А что? Надо, чтобы с Библией. Ну, абортов-то в России-то... Ну, ты понимаете, за перестройку 120 миллионов убили. Исчезающая нация. Да вы что? Он мне говорит. Я говорю, надо вот только... Ну, надо с Библией. Да что с Библией? Это очень легко сравнивать. Возьми Соломона, когда он две там Б. Те ребенка одна заспала, другая за него пополам. Сегодня нас надо растекать пополам. Руби его. Вот это и есть. И Вифлеемские младенцы. Хорошо. Я говорю, вот это бы надо указать-то. Мужья-то прям никакие, жены командуют над ними. Ну, прям подкаблучники. Какое слово не скажешь, он уже распластался перед ней. Ну, надо с Библией, чтоб связано. И я ему это показываю, какое место Библии. Он сидит здесь, на этой скамейке. Я его целый... А люди-то сидят здесь, слушают. А почему я заранее это все проиграл? Он не отталкивает, он очень добрый. Я говорю, ты написал все о покаянии. Совершил страшный грех. Предал анафеме 6-й Вселенский собор. Я не спрашиваю, как. Мы-то каждый день согрешаем. Но у нас вот беда, народ-то запивается. Посмотрите, что делается. На дорогах пьяные давят, попы пьяные давят прихожан своих. Поп сразу 2 задавил. И все в интернете выставлено, так бы не знали. Но надо, чтобы с Библией было связано. Я говорю, навал. Вы помните, когда Давид попросил, а он там не хочу, в Москве Навальный. Это сын его. Куда он зовет? Бунтовать против президента, против мирной обстановки в стране. Вот об этом написать надо, чтобы мы вошли. Вот я говорю, исполняют какой-то покров. А почему они? Покров даже и греки никак не празднуют. Никак. Нету. А у русских великий праздник, он никакой. Видел один юродивый и видел то, что ему показано было. Не будем отрицать. А может и не так было. Почему не сделать праздник разблокировка Ленинграда? Больше 1 миллиона людей погибло. Прорыв.
ну, блокада Манштейна. Почему не сделать? Важно, важно. То, что под Сталинградом отстояли, это современное, близкое. Оттуда будет поворот назад, все это. Можно было это сделать? Да можно было. Так ну сделайте это так. И написать Покров. Сретение вообще не дает. Праздник надо установить. Сретение Савла со Христом на дороге в Дамаск. И тогда миллионы людей скажут, у меня была встреча, у меня. А здесь символ смерти. Ныне отпущаешь. Наконец-то встретился, могу помирать. Да как раз для православных только и есть. Мы встретили преображение. Это Сретение, можно ложиться, всем и помирать. Ныне отпущаешь и замаренных нас. Ну и вот я ему все это рассказываю, а он совсем соглашается. А то я говорю, новый какой канон-то будет? Ничего не бросая из того. Да растянуть этот канон не на один день, как вот будет там, когда в четверг, на пятой неделе, а растянуть минимум на год надо. На каждое воскресенье хотя бы одно-два события. А тут за один день 205 библейских событий. Люди-то Библии не знают, да на славянском языке, да где-то бубнит. Это ничего не дает никому, даже священники ничего не понимают. Они считают, спотыкаются. Почему? Он должен знать наизусть свободно выговаривать. Но он не знает. Я все это, все мы записали. Интервью у Андрея Крицкого. Я домой еще только пришел, поставил, столько посетителей пришло там. Вот. Сыны Божии. Как говорит, его называли Сыном Божиим, но вера была недостаточна. Вот сейчас Феофилакты говорит, не в том смысле они понимали. В Библии 8 раз сынами Божьими называются все люди. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Мир твори, ты уже сын Божий, ты дочь Божия будешь. А теперь сыны Божии стали брать в жены дочерей человеческих, сыны Божии. И родились из Полины. И дальше народ еврейский называется, и этот народ назван сынами Божьими. Ну, я выписал все. Вот и все. Сыны Божии разный может смысл вложить. Сын Божий, как предвечно рожденный, единый во Святой Троице, второе лицо Троицы, они этого не знали. Ни один. Никто. Ну, а Петр сказал, ну и что, что сказал? Он говорит, не ты, я тебе Бог открыл, ты промолвил, а дальше пошел, отрекся. Дальше это все, биография, это известно. Вот. Меня затронул один вопрос. Если ты встал на молитву, препятствие только одно, чтобы Бог тебя услышал. Если на тебя кто-то имеет из братьев, положи и пойди примирись. Позвольте, а как же Павел молился тогда? На него он перечисляет лжебратьев в церкви, там его гнали, 18 киллеров, там сколько, 40 киллеров. Так не у них просить-то прощения. Но оно, я на Златоуста-то. У него врагов было больше, чем друзей, это определенно. Свергли его. Ссылку сослали. Почему он не просил прощения у патриарха Феофила Александрийского, который это все сделал-то? И у царицы не просил прощения. Не надо играть прощением. Просить там, где ты обидел. Они несправедливы, вот, но нас все гневаются. Как вы православные, да утверждаете, да вы идолопоклонники. Я пойду сектантам просить прощения за то, что мы православные. И за этим тоже играть нельзя. Но она на меня злится. Кто она злится? Ну, соседка. Ты еще ты говорил? Нет. Я иду, она богомолец, Иисусики твои тут. Ребятишки бегают. Они шумят? Нет, не шумят. Ну, а в чем ты будешь просить? Ну, говорят, просить у всех. Не надо этим играть. Просить там, где обида. И обида справедливая. Сначала надо выяснить. Узнай, почему. Если не так, ты ему докажи, что я сказал правильно. Ты понял неправильно? Как один говорит, я отвечаю за слова свои, не за то, что как ты их понял. Мне недавно такое изречение понравилось. Он-то хороший парень, верующий-то. Ну, полюбил ее, а она ну, совсем не такая. И сегодня она им командует. Ее спросили, скажи, как он мог тебя взять такую? Она говорит, у меня вера есть. Я ходила, все время свечки ставила и просила, Господи, дай мне мужа хорошего. И Бог-то слышит, он дал. Ну, а как ты-то с ним? Так он не молился, а уж какая я досталась, такая и есть. Он-то не молился, и поэтому... Даже маловерующий, даже если просит, ты думаешь, жениться, ты 10 раз посоветуешься. На скорую руку женился, на долгую муку. Дальше что будет? Вот об этом надо говорить. Как примиряться правильно, и как выбирать правильно друзей. А для этого надо оставаться у нас на занятия. И сегодня у нас будет по интернету в 6 часов беседа, и каждое утро в 4:40... Заходите,
возьмите и поучаствуйте с нами в утренней молитве. Для вас очень многое будет там нового. И правильное, и как это делать, и почему, и никого не отрицая, просто, ну, святая Библия перед вами будет непрерывно шелестеть листиками. Все. Аллилуйя. Спаси Христос. Еще у кого появились вопросы, пожелания, благодарения? Да-да. Так, у нас лагеря нет, но дети будут. У кого можно в отпуск где-то, у нас дома не совсем отремонтированы, нужно подготовить. Дети будут в деревне. Приглашенные. От родителей будут взяты справки, что они в такой-то дом тому-то человеку отдают. Отдельно девочки, отдельно мальчики. Может быть, на два мальчики. То есть у нас есть возможность. И подумайте, как помочь. Я все напоминаю. Вы помните, как было? Если ты, говорит, не выйдешь на помощь из Сфири, то Бог пошлет помощь с другого места. Нам нужна помощь. Помощь именно... Ну, у нас вот приезжают где-то. Я ушел в прошлый раз вот. Константин тут отремонтировал, как колесо поставил, все. Куда не поедешь, приезжаешь, крыша перекрыта. Брать это, ну, все отзывчивые. Нам нужно, чтобы сестры были, готовить пищу. Ну и остальное. Остальное это что на мне? Это привезти детей, продукты, ну все остальное обеспечение. Меня нигде нет, я уже не начальник. Лагерь расформирован, имущество лагеря строения передано Потеряевку. Вот теперь охраняйте, для приезжих есть где остановиться, пока строится. Обращение ко всем, особенно Потеряевским, мы рядом. И что интересно, в прошлом году я иду, и вдруг первый раз ко мне подошла Екатерина Глушкова. Я вот тут подумала, я могу вам помочь. Я так обрадовался, ну и слава тебе, Господи. А на следующий день лагерь уже был закрыт. Эх, опоздала. Но я думаю, что она там, и она скажу, ты должница? Она добрая, она правильно откликнется. Так что вздохните о лагере тоже, молитесь. И об Кате. Можно молитву, брат? Да, брат. Я просто вот, на слова, что может быть хорошего из Назарета. Может ли быть что-то хорошее из Назарета? И у него спросили, да? Что он сказал? Иди сам и посмотри. Вот и все. Вот это ключевые слова. Иди и посмотри. То есть да. Убедись сам. Не с чужих слов. То есть они-то были кто? Все знакомые, все там апостолы общались постоянно, и ходили там кое-то за Христом и прочее. Он говорит, иди и посмотри. То есть, чтобы не распространялись слухи и сплетни, вот эти слова надо каждому, мне кажется, так и думается, взять для себя. Потому что один говорит, спутник летит, а другой говорит, скотник горит. То есть все похоже. Ну, не знаете, все начинается, там паника, шумы, и это. И, да, и в итоге получается, что человек чужих слов, мало того, что распространяет сплетни. Вот как сейчас, вот такая техника сказала, что там нападают сектанты и прочее. А что им еще делать-то? Чего там бояться? Они хотят, они не видели, не знают. Но, ну как, все говорят, что там плохо. Ну, значит, плохо и есть. Вы понимаете, не был, не знаю, в том городе не был, не видел, по асфальту не ходил, а там дорог нету. Ну, это с чужих слов, это называется сплетня. То есть, ну, все же думают по-разному. Недаром даже 4 Евангелия написано, и события одно и то же. Ну, бывает некоторые отклонения. Каждый видит мир по-своему. У кого-то очки плюс 3, у кого-то минус 10. Поэтому каждый видит один далеко, другой близко. И вот эти слова надо применить к себе. И единственное, я лично принимаю на веру все, что соответствует Евангелию. Вот это и слово вера. То есть что? А то, что вы знаете, вот, ну, много показывают по ящику телевизионному, много в интернете, в доступе, да, и не всему надо верить. То есть верующий должен уметь, как говорится, фильтровать. В любом хорошем предприятии есть фильтр. Так и в интернете есть фильтр. Включайте его и смотрите между строк. Потому что говорят, она такая, она сякая. А на самом деле оказывается, что она и совсем и не такая. Даже этого и не было. Потому что в прессе, сами знаете, как на телевидении, кто первый схватил, тот больше денег и получил. А выдумать могут все, что угодно. Что у нас и страна такая сякая, и ломаная, и кривая, и горбатая. А как в одной песне говорится, она может быть любая, но я ее за это и люблю. То, что я принимаю для себя, то, что это большое поле для деятельности любого человека, который желает творить добро. Как почистить дорогу около своего дома,
Почему-то американцы ходят, снегопад прошел, они пошли. У нас этого... Ну нет, у нас вот по улице. Я сужу по улице, где я живу. Дальше я не знаю, там за три дома не вижу. Они не ходят никто. Вот мы вдвоем там работаем. Третий там, он, ну так, посочувствует и все уйдет. Тут вот в чем дело. Надо начать с себя, твое отношение к данному событию. Если ты поверил, ты можешь стать сплетником. А на тебя могут потом наслать и органы, и прочее, и прочее. И самого порезать на органы. Аминь. Я могу одно вспомнить. Вот я вспомнил стихотворение, вроде бы Вера Кушнир, она говорит, там говорится: «Не суди о том, чего не знает. Вот плетется по дороге нищий, ты о нем от жалости рыдаешь, он же прячет нож за голенищем». И там дальше. Там: «Не суди того, чего не знаешь. Вот суровое лицо у брата, ты его за это порицаешь, а у него душа мягка, как вата». Ну и вот так. В этом смысле. В этом плане можно сказать, что все люди верующие. Ну, например, все верят, что по этим проводам бегут электроны. Кто их видел, эти электроны? Да. Никто. Но верят. Ну, правда, бывает, что захочется проверить. Ты сунешь туда и поймешь, что что-то там есть такое, какие электроны. Но, однако, не все можно таким образом испытывать эту свою веру. Правильно сказал брат, что единственное, что вера по Евангелию, она вот единственно правильная вера, потому что основана на Слове Божьем, что сам Господь нам изложил. И на этом мы должны укреплять свою веру. А не все мы можем проверить. Приходится иногда и доверять тому, что слышим, но правильно говорит же брат, что нужно фильтровать. И сомневаться в чем-то. Не сомневаться в евангельских словах, в еврейских словах, а сомневаться в том, что иные люди говорят. Особенно не знающие Священного Писания. Еще у кого есть хорошая информация для размышления, повод для молитвы? Все исчерпали. Ну, по плану, как обычно у нас сегодня. Трапеза, затем духовная трапеза, занятие. Песнопение тоже. Так, а теперь благодарим Бога. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славного об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя сосуды и правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Поберегись на ней. Осторожно. Сейчас, вынесу.